Так, народ, кто знает, значит, вот танкер стоит. И на танкере, значит, сзади, вот шлюпочка. Короче, это катапультирующаяся вот эта конструкция, которая получается, что же это, капитаны и все матросы, значит, просто в нее садятся. И вот с такой высоты, высота там, ну, я не знаю, с пятиэтажный дом такое, ну, метров 20, наверное, как минимум, я так по нам сужу и по нашей мачте. И вот они вот так вот прямо в этой шлюпке прыгают, прямо в воду. Или сначала запускают шлюпку, а потом прыгают в воду. Ну, тоже, как они прыгают в воду, с борта там тоже метров, ну, не меньше, чем 15. Вообще интересно, как это все работает у них на таких спасательных шлюпках, на таких танкерах.